Сегодня мы с вами присутствовали на вечер, который организовали наши 11 классы, где они показали все свои таланты и умения. As they tell me that this life can only sink, but I found a way, whatever happens wrong, I'm not scrolling in this world, I don't belong. Walking in the rain, walking in the rain, walking in the rain, I'm on my way, walking in the rain. Мусорби, Хитерин. Поговорим с учителем химии Аблай Агаем. Что вам понравилось больше всего в сегодняшнем вечере? Я думаю, то, что так как это первый Муральгиджеп прошедший, да, мне понравилась в этом сплоченность 11 класса, то, что они все вместе вот так вот собрались, сделали такие прекрасные видео. Вот, и думаю, в будущем это будет примером для 10, 9 и младших классов. Вот. Так вот. Было хорошо, мне понравилось то, что многие пришли, не уходили до конца, сидели. Это был самый большой плюс. Понравилось вообще выступление наших 11-х. Было очень много прикольных видео. Мне понравилась история, особенно вот эта вот про жен. Хорошо ее подали, хорошо сделали. Ну, вообще атмосфера неплохая была. Там без обид, надеюсь, там видео видел, iMac видео, без обид. Сами снимали, не я снимал вас. Айден Агай супер сыграл в этом в Assassin's Creed. Лучшая роль, я бы Оскар дал бы, точно. Бугинки программ чок гюзелли, эллене салак аркадин. Ане, хэр заман олмана бэйле бэ программ. Вообще, нам очень понравилось Чермар Гидже, мы как бы узнали, что такое настоящий традиционный КТЛ, Мураль Гидже. И мы поняли, как мы любим Нур-Урду,
пока. Все, дружно смотрели на наше выступление, все хлопали, всем понравилось. Спасибо. Подготовка была очень интересна. В нашей школе, как всегда, проходит все очень интересно. Наши 11-е хорошо постарались, все было супер организовано. Спасибо Хаканбею, спасибо всем. Все было классно. Надеюсь, вам понравилось. Осы біздің 11-ді класстарын дайындаған жалпы көніл көтері кеші дейді ғой, мораль кезесі жақсы болды. Балалармен бір екі аптадай дайындалдық. Нәтижесі жақсы болды деп ойлайым. Сосын қатысқан оқушыларға, солардың класс жетекшісіне үлкен рахмет. 11. sınıfların hazırlamış olduğu bu programda çok eğlendim, çok güldüm, çok mutlu oldum, çok sevindim, çok güzel anlar yaşadım. Duygulandım, güldüm, mutlu oldum, harika şeyler öğrendim. Hepsini tebrik ediyorum. Такие концерты будут проходить раз в четверть. Надеюсь, они вам понравились. Мы ждем такого же самоотдачи и веселья и от других.